Сегодня на месте Бобровского озера небольшие лужи, рытвины и много грязи, как оказалось, весьма опасной. Ранним субботним вечером здесь едва не произошла трагедия. Обычное детское любопытство наряду с отсутствием чувства осторожности привели 10-летнюю девочку, ученицу 11-й школы, на середину пересохшего водоема. Неожиданно она начала проваливаться в грязь. О ЧП дежурной службе МЧС сообщили бдительные жильцы соседнего с озером дома. К моменту приезда спасателя перепуганный ребенок уже увяз в грязи по пояс. Поступило сообщение о том, что девочка засасывает грязь на озере в районе бульвар Стреконицкий, 21. Незамедлительно выехали к месту. По прибытию к месту вызова обнаружили, что на середине озера находится девочка по пояс в грязи. С помощью спасательной веревки, обвязавшись, пошел к ней на помощь. Вытащил ее. Девочка была маленького возраста, передали бригаде скорой медицинской помощи. К счастью, происшествие оказалось не опасным для жизни и здоровья ребенка. Медики констатировали отсутствие каких-либо физических травм и вернули малышку родителям, которые помогают ей отойти от психологического шока. К слову, 26 октября школьники, лицеисты и гимназисты Мозырщины отправились на осенние каникулы. Спасатели в очередной раз обращаются к родителям и предупреждают: в ближайшие дни – время, когда стоит уделить повышенное внимание своим детям. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».